каждой подпиской на канал мир становится добрее. Подпишись. Майнивно с вами. Всем привет, и сегодня у нас реакция на RYTP от iMiles, который называется «Записки Передот». Погнали смотреть. Не. Очень давно она вышла. Я бы слопок. Спасвал. Что за херня? Запись 7152. Чего? Я булыжник. Булыжник. Я сама булыжник. Потому что я булыжник. Кажется, диктофон тебе помогает. Ничего подобного. Ничего. Булыжник. Булыжник. Моего сумасшествия. Ты обронила. Отдай его Стивену. О, боже мой. Это же iMiles. Как иначе? Стивен дал мне регистратор. Передот. Выглядит крайне охуенно. А еще... Стивен просил называть его Грандмастером. Грандмастером? Буду называть его Стивеном. Бля! Органическая жизнь на Земле убогая. Где вы? Интересно, все ли формы умеют летать? Нет! Нихуя! Эдот! Чё надо? Это человек! Да ладно! Грег, прости! Не прощу! Не прощу! Сегодня меня отправили царапать пол. Царапать пол. Кайф. Пиздец! Шутки. Я рыба, а я пиво! Пиздец. По пивку. Забили ему пуп. Забили ему с пуп. О! Что такое мусор? Что такое муспуп? Ты уже 3 дня тут сидишь. Я просто смотрела эти развлечения. Это та же серия, которую мы смотрели? Эх, что, больше одной? Запись 1337. Меня напугали. Сейчас меня напугали. Самое время дурачиться. Я просто хочу разольвить обстановку. А ты всегда шутишь таким образом? Как же? И что это было? Я тренируюсь перед дразнивать. Я поняла шутку. Ну что же, хотя бы она тут больше не львяется. Уже можно смеяться. Санест шутки. Ну, опять мы с пупочек. Окей, это круто. О, не зря не закончил. Ребята, ссылочка на оригинал в описании. Не забудьте подписаться на iMiles, пожалуйста. Подпишитесь на него. Ну, годные пупы. Очень годные, сверхгодные. Вот он радует, скажем, пупом все больше и больше. Извиняюсь, iMiles, что так долго не делал реакцию. Серьезно, почему-то перекладывал. Просто для меня... Стивен Юниверс очень далекая вселенная, потому что я ее еще не смотрел и думал, ладно, отложу, как-то посмотрю. В итоге я понимаю, что не посмотрю Стивен Юниверс, у меня времени тупо нету. И думаю, ладно, надо посмотреть такие твой пуп. Пуп шикарен, пуп классный, пуп офигенный. Ребята, опять же, ссылочка на оригинал в описании. Также, если вам понравилась моя реакция, можете подписаться на меня, поставить лайк, подписаться на мою группу ВКонтакте, на мою личную страничку ВКонтакте. Всем удачки, всем пока-пока.